Ну что, кажется, я внезапно вернулась со всех своих фестивалей. Вот, почему так случилось? Потому что на Сенсор я зажала покупать билет. На New Star Camp Weekend меня не взяли, сказали, что команда укомплектована. А еще есть фест «Слет под рюкзаком», но он опять жить в палатках не хочу. Пока, в общем, не хочу, но посмотрим. Ну, скорее всего, не хочу, но посмотрим. Вот, еще, может быть, в ноябре проклюнется фестиваль, ну а так вроде все, я вернулась. Возвращаюсь к нормальной жизни, буду наконец-то отдыхать. И причем самый большой прикол, что обычно я жалею, что лето закончилось, а тут как будто бы даже не жалею. Как будто наконец-то наступает долгожданный отдых, когда можно расслабиться, заняться развитием Инстаграма, развитием карьеры. В общем, выдохнуть, отдохнуть, посмотреть фильмы, позаниматься спортом. Чисто главный эксперт по альпинизму в России. Но то, что две подряд крупные трагедии случились с моими знакомыми, это что-то как-то, знаете, как будто в фильме в каком-то живешь, а то сюжетном. Ну, такое вот как-то странноватенько.